Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Только что, ребят, я зашел на арену, забрал свой реворд. Правда, не успел на запись нажать, но вот сейчас продолжаем. И смотрите, я там получил каких-то героев, не помню уже. Давайте-ка посмотрим. Оу, ну неужели, ребятули, у меня лукарь получает 5-ю звезду. Наконец-то, ну наконец-то, радость ты моя. Получаешь достойную 5-ю звезду. Зачем я нажал на левел, когда надо было вот сюда нажимать? Вот она, красота моя, полностью прапанная в плане звезд, и это уже хорошо. Так, что у нас здесь? Мы еще можем прапать своего голема. Погоди-ка, мы сейчас кое-что глянем для начала. Он, меня тут все прапаны? Нет, не все. Но я думаю, что начать надо вот именно с этой команды. Ага, на... Да, Джаггер, на тебя, к сожалению, не хватило денег, но это не беда. Мы обязательно сейчас пропаем. Ребята, 200, почти 50 тысяч. Ой, 250, конечно же, гемов. Остается еще примерно столько же накопить, чтобы мы с вами могли открыть сундук эпический. Ну что, давайте посмотрим, что у нас за ежедневные испытания. Так, у нас разыгрывается тигр. Хорошо, тигр. Так, прыгун, бородавочник, жаба с пушкой, тигр. А что мне дадут? А мне дают, ребят, ерунду полную. Посмотри, что происходит здесь. Мне дают молотильщика, черного рыцаря, самурая. В общем, я могу сказать вам... Ну, давай попробуем, попробуем. Вот не верите? Просто не хотелось мне тратить энергию, вот на самом-то деле. Но нет, ну это бесполезно. Смотрите, 74 уровня у нас самурай, 68 уровня у нас наша лучница. Я думаю, что не будем брать... Не будем даже энергию тратить, заморачиваться с этим. Нам, к тому же, с вами осталось, по-моему, пройти, да, одну карту, это за нежить. Да, за нежить, и мы с вами отправимся в следующий телепорт, 65-й. Поэтому давай-ка пройдем для начала вот этот вот уровень, да. Мы с вами сфейлились в прошлый раз. Поэтому я думаю, что стоит. Так, только вот надо определиться, какой мы с вами возьмем отряд. Этот... Или же вот этот. Вот тебе не задачка. Тут мне не нравится, ребят, что разбойник есть. Также не забываем, что здесь маг со своей массовой атакой. Но здесь, если хорошо у нас будет работать баллиста, в принципе, мы должны справиться. Поэтому я думаю, что есть небольшой, ребята, резон попробовать рискнуть. Рискнуть, как говорится, своим здоровьем. Причем, смотрите, ребята, замок уже отлично прорисован, уже не размазанный. Так, ладно, это я так отвлекся. Куда? Куда ты идешь, паршивец этакий? Ладно, мы, ребят, сейчас, естественно, начнем с Джаггернаута. Джаггернаут его встретит, этого разбойника, и должен, в принципе, наказать. И големы, как говорится, на поддержку. Все, и двигаемся дальше. Нужно как можно быстрее нам с вами накопить на нашего деда. Оу, тихо, погоди. А как ты... Ребята, он меня обхитрил. Придется на него фаербол аж целый потратить. На разбойника. Так, двигаемся, быстрее, быстрее. А, это жрица, елки-палки. Вон он, блин. Ты посмотри, что про... Ай-яй-яй. Разбойник, ребята, разбойник сейчас, наверное, уничтожит баллисту мою. К сожалению. Нет, не успел. Хе-хей. Так, слушай, нужно вызывать деда. Срочно, вот он, дед вышел. Ребята, дед вышел, и он вызывает, естественно, своего короля. А как же без этого-то? Ну-ка. Вот так вот мы ему. Для разминочки. Мы его оглушили. Теперь остается только лишь проверить, справится ли мой дед с ним. Уровень, конечно, у него колоссальный. Поэтому можем сфейлиться. Так, оглушили. Дальше. Дальше нифига, ребят, ничего хорошего дальше не получается. Да почему такой маленький урон-то, эй? Где там разбойник, что ли, идет, нет? Показалось, наверное. Ну, последний удар. Так, придется, наверное... А, мы его завалили. Все, ребятулечки, все. Погоди-ка, вот тут не сфейлится главное, потому что, видите, разбойник шел. Слушай, я думаю, здесь победа уже за нами. Ну, кто тут может что-то нам сделать? Да никто, абсолютно. Смотри, что происходит. Мы просто сейчас разбомбим ему замок. Да, 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 именно... Именно то, что должно было получиться, и получилось. Фух. Ну, у меня, знаете, вот прям...
бальзам на душу, когда я вижу, что у нас все на 3 звездочки, ребята, пройдено. Все на 3 звездочки. И уже со спокойной душой мы переходим с вами на карту нежитей. Давайте смотреть, кто у нас здесь. Значит, Голем и Банши нас встречают. В принципе, я скажу вам сразу, это не особо такие имбовые персонажи. Единственное, чем они нас будут брать, это опять же своим высоким уровнем. Но мой Джиггернаут, конечно, будет проигрывать Голему плюс Банши, которая постоянно кричит, а еще в лучшем случае она может застанить. Поэтому будет тяжеловато мне здесь как-то противостоять, но деваться-то все равно некуда. А давайте будем как-то держаться. Вот она, ребята, Банши. Мне кто поможет здесь? Давай баллисту попробуем. Успеем, если вызвать, то нам повезло. Если не успеем, то будет плохо. Ай-яй-яй-яй, голема за големом посылает он, а? Ты посмотри, мы не можем, ребят, ничего сделать. Ну-ка, ага, вот, это хорошо, это уже плюс. Слушай, ну уже вот намного лучше. Ты посмотри, какой он крепкий, этот голем. Нам есть резонно, ребята, прокачать его по фулочке. От меня, конечно, мало чего здесь зависит. Но баллиста здесь все-таки меня оправдала. Как я и говорил, что если она будет сзади под прикрытием, она будет довольно хорошо бомбить. Плюс еще летучие мыши, которые стоят сзади танков. То есть Банши до нас, грубо говоря, не достает своим криком, что делает нас, в принципе, неуязвимым в данной вот этой вот битве. Мы просто с вами имбо. И забомбили. Все. Поехали дальше, потому что второй уровень. И посмотрим, кто здесь прибавляется. Здесь уже прибавляется прыгун. А вот прыгун — это как раз та самая фигня, которая меня раздражает. Здесь я попробую вот этим отрядом. И если Ронин, ребята, здесь мне поможет, если он не будет баловать и ерундой всякой заниматься, то мы должны здесь пройти. На худой конец я возьму... Ага, вот он как начинает. Он начинает немножко не с того, что я думал. А ну-ка давай вот молотильщика, ребята, под прикрытие нашего мага-воина. Так, ниндзю. Конечно же, ниндзю. Слушай, что-то мне совсем не нравится. Вот он тут мутит, ребята, воду. Ну-ка. Так. А вот, ребята, и прыгун вышел. Да что ж ты делаешь-то? Что ж ты делаешь? Да ты смотри, что он... Ай-яй-яй-яй-яй. Да, ребят, ну, фейл. 100%. Никак не думал, что он после прыжка побежит в неистовстве. Ладно, ничего не поделаешь. Да чтоб тебе, я все время забываю, ребят, про этого прыгуна. А Ронин мой так и так его не сносит, ребята, с первой попытки. Это плохо. Это очень, черт подери, плохо. Ну посмотри, какой все-таки этот... Слушай, у меня имбовая колода не справляется здесь, ты представляешь? По дамагу даже не можем пройти. Что делать-то тогда, а? Может быть, нам стоило вызвать как можно быстрее ведьму. Может быть, за счет нее здесь как-то у нас что-то получилось бы. Ну, я почему-то сомневаюсь. Серьезно вам говорю. Нет, Ронин. А, ну Ронин сейчас вниз и выбежал. Поэтому он с удара, как говорится, завалил прыгуна. Ведьма-то, конечно, имба. Тут уж не поспоришь. Почему, ребята, я прохожу сейчас? Ну, ради опыта. Так бы, конечно, надо бы сфейлиться уже давно, сдаться. По-моему, нас сейчас тут расколбасят. Мы проиграли. Жесть. Просто-напросто сфейлился. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, продолжаем. Сейчас я выберу ту же самую. Ну вот я думаю, что нам, наверное, надо убрать молотильщика. Хотя молотильщик, он тоже хорош. Он хорош, но... Ладно, еще один бой попробуем все-таки с вами сделать. Он хорош, но... Какой поиск противника? Я что-то не туда нажал, по-моему, да? Конечно, не туда. Кстати, нам нужно будет еще сбегать на аренду. Да-да-да, отбиться маленечко. Слушай, или же здесь надо убирать там молотильщика, или же ниндзю. Потому что уже, ну, не вариант, ребята, не катят они. Они уже слабенькие. Ниндзя здесь, как мы видим, не справляется. Хоть и уровень у нас, как говорится, намного слабее, но... Что-то не то. У него вот эта вот комба меня бесит. Вот серьезно вам говорю, вот эта вот комба меня бесит. Банши... Под прикрытием голема. Здесь всю основную мощь на себя берет именно голем. Ты посмотри, что происходит. Одуреть. Ниндзя, конечно, хорошо справляется с этими. А вот и прыгун, который мне нафиг бы и не сдался. Ну, сейчас он... Нет, нам тут повезло. Что сработало
ребята, отражение. Слушай, есть вариант, может быть, быстрее нам накопить. Как она меня бесит. Я не могу, меня бесит Банши со своим долбанным вонючим криком. Ну, давай через отражение. Фу! Нам повезло сейчас, опять же повезло. Я все, ребят, хочу попробовать накопить на эту. Никак у меня не получается. Ну, так, вот прыгун, я вижу. Поехали. Давай вот так хотя бы сделаем. Как вариант. Ну, ведьма вышла. Все, ребята, у нас минута. За минуту мы с вами как-то должны тут успеть все это сделать. Минус. А если мы вот так сделаем? Воу, нам сейчас повезло крупничково, что, ребята, оборотень пошел в обраточку. Ему его там забамбашили. Так, 53 секунды по времени. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Слушайте, ну нам повезло, что выпала заморозка, потом, по-моему, ураганчик. Очень крупно повезло. За счет этого, в принципе, мы, наверное, и выиграли. Прыгун, это да, это еще та мерзость. Ну что же, а тут у нас длиннорукий, да, появляется. Как его там? Костяной хранитель. Костяной хранитель плюс, опять же, Банши и опять же голем. И опять же мы с вами, наверное, будем... Хотя нет, здесь можно вполне сыграть и вот этим отрядом. Почему именно этим отрядом? Ну, баллиста, всю ставку буду я делать именно на него. Потому что он будет издалека. Но не забываем, что костяной хранитель при смерти отправляет свою взрывающуюся голову. Но опять же, шанс маленький, но если она попадает в кучку, то юниты получают мои колоссальные урон, а может быть даже и погибают, если они такие будут легенькие и слабенькие. Так, оу! Ты, вот это, я считаю, нечестно уже. Как ты мог и выпустить и голема, и когтистого одновременно? Всех! Всех он тут понавыпускал. Ребят, мне нужен фаербол. Мне только фаербол здесь поможет, наверное. И все. Е? По-моему, Е. Так, баллиста. Давай, когтистый не такой уж и сильный. Так, прикрывать, естественно, нужно это. Вот, видели? У костяного хранителя отлетела голова и подзорвала мою чумную мышь. Вот об этом я вам и говорил. Давай дальше, дальше бомбить. Он сам по себе костяной хранитель, ну, лажовенький. Видите, он погиб. И давай еще одну баллисту вызовем. За счет баллист мы здесь можем, кстати, неплохо зарулить. Фаербол, естественно, фаербол. Так, продвигаемся потихонечку. И давай еще одного джиггернаута вызовем. О, вот оно. Вот оно счастье где. Ну, теперь-то я уж спокоен. Две баллисты, думаю, тут будет всех разносить. Ну, а мы, в свою очередь, подходим уже к замку и начинаем его, естественно, расколбашивать. А в следующей катке стопудово появится прыгун. Мне вот почему-то так кажется. Без прыгуна здесь, ну, не обойтись просто-напросто. Ну, давай. Опс, отлично. И хана. Ну, да, хана базе. Замечательно, все у нас с вами получилось. Давай смотреть, кто здесь. Прыгун стопудово будет, да? Ну, конечно же, прыгун плюс служитель тьмы. Так, нам придется возвращаться к имбе. Вот здесь вот. И самое-то бесявое, вы посмотрите, ребят, вы просто посмотрите и откройте глаза. 90 уровень, 90 против моего 82-го. Ну куда, ну как так, может быть, ну почему такой офигенный разрыв? Это на 8 уровней, на 8. Это очень сложно, ребят, это просто, знаете, это испытание, это челлендж, ё-моё. Как говорится, выживи или умри, блин. Вот своим отрядом я должен противостоять 89-му прыгуну. Как? Это очень сложно. Поверьте мне, это очень сложно. Если он будет сейчас еще вызывать прыгуна. А он его вызывает, конечно же. Мне сейчас кто поможет? Только лишь маг-воин. Это в лучшем случае, если он через отражение сыграет. Он сыграл через отражение. Ну, сами видите, что у нас тут происходит. Сами прекрасно видите, что тут происходит. Полный расколбас. Ведьма. Не дождусь я, наверное, ведьму. Придется так делать. Или дождусь. Слушай, я должен... А-а-а, прыгун. Ну как тут может быть? Есть, хотя бы так сделали, ребят. Ладно, прыгуна мы с вами уничтожили. Вот, служитель тьмы идет. Срочно нужно вызывать ведьму. Просто в имбовом порядке. Е-е-е. Так, пошел, ребята, маленький такой расколбасик.
А маленький расколбасик, вот он прыгун. Прыгун сейчас будет перепрыгивать, естественно. И мы с вами вот так вот делаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай, жарим. Ронин. Ронин отлично выходит. Шух! Слушай, есть шанс. Ребята, есть офигенный шанс здесь сейчас забомбашить их. Ой, как классно. Мы его просто там прижали. Там, правда, прыгун побежал в неистовстве, но я успел там перехватить его. Да и в конце концов мы разрушили ему замок быстрее, чем он там что-то нам сделал. А здесь нет прыгуна, но зато здесь есть сам вот этот король скелетов 90 уровня. 90-го. У нас кто обычно, ребят? Я даже не знаю, кто у нас тут. Обычно никто не рулит против них. Может быть, нам попробовать вот этой вот комбинации. Мой дед 82 уровня против деда 90 уровня. Блин-то ужас. Ужас просто. Да. Ну, хотя прыгуна нету. Не знаю, вся, опять же, надежда у меня на балетмейстеров, на моих. Все, больше некого брать. Иначе будет жесть. Так, вызывает сразу же голема вместе с Банши. Ну, в паре это, как всегда, ребят, это, знаете, это ихняя комба. Теперь, естественно... О, еще и когтистый вышел. Теперь мне нужен тут балетмейстер мой. Фаербол, конечно же, будем тратить. Вот таким вот образом. Ну, а дальше нам что? Нам дальше, наверное, скорее всего, придется вызывать, ребята, деда. Блин, на всякий случай лучше деда, мне кажется, вызвать. И как можно быстрее. Ты смотри, что происходит здесь. Ты посмотри, что тут делает. Давай, 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 дед. Уничтожает просто всех налево и направо, блин. Вон и дед вышел. Да-да. Давай, Джаггер, пошел. Фаербол придержу, ребят, придержу. Вот теперь пускаем. Давай, дед мой, не подведи меня, пожалуйста. Ты посмотри, насколько он сильнее. Ты посмотри, ну пробьем его. А, есть! Мы его накрыли медным тазом, но тут, конечно... Так, минус. Заморозка! Сработала заморозочка. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, минусанули. Слушай, есть, есть, ребятули, шанс. Да иди ты, голем, отсюда, достал ты уже в корень. Баллисты! Достали они, дотянулись. Фух, до вражеского этого служителя тьмы. Так, я думаю, что надо вызывать деда. Еще одна заходка деда. Блин, 40 секунд. Ребят, 40 секунд всего лишь осталось. Самое интересное, что враг никогда не вызывает по два раза босса. Я, по крайней мере, такого еще не замечал. Ну, раскатали. Дедушка, давай, давай, подходи, подходи. Пару разиков звездани, и мы с вами пройдем эту каточку. И этот портал мы с вами тоже пройдем. Что там, что там, что там выеживается, а? Есть! Ой. Бальзам на душу, ребят, по-другому не назвать. Понимаете? Давай смотреть, что нам достанется из сундука нежити. А достается нам довольно неплохо. 12 карточек на базу, 8 карточек зомби с надгробием. И 10-300, это, как говорится, у нас бабло. Так, и тут тоже неплохо, в принципе. Ну, кроме вот этого пряничного домика, вот база... Плюс нам банч достается. Замечательно. И мы летим с вами в 65-й портал. Квест завершен, странник. Здесь у нас, как всегда, ребята, начинаем мы с подданных. Это не подданные, это у нас, это нефрит. Да, нефритовая долина. Потом у нас захватчики идут. Вот уже подданные. Потом завод роботов. Захватчики опять, то есть два раза здесь будут повторяться захватчики. Что у нас по захватчикам? Ага, нам только лишь доставляет неудобства страж и улитка, по идее. Ладно, давай теперь мы с тобой посмотрим. Не посмотрим, а точнее заберем. Мы же с вами выполнили только что квест. Нам нужны вот эти вот гемчики. 4 штучки, шикандос. Так, одержи победу в битвах на арену. Кстати, давайте сходим с вами сразу же на арену. Сходим на арену, тут у нас 68 уровни. Поэтому, я думаю, мы вот этой командой с вами как раз хорошо зайдем. Очень хорошо зайдем. И как бы энергии здесь много, мы не будем тратить у основных своих команд. То есть, все должно у нас сейчас пойти как надо. Естественно, будем с вами к
копить ману для начала. И выходит у нас самурай. Самурая мы будем с вами атаковать, конечно же, паладином. Потом будем, наверное, вызывать с вами прыгуна. Я думаю, что в этом есть смысл. Опа, 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 на! А вот это было зря, бородавочник. Вот это было зря с твоей стороны сделано. Мы его уничтожили. Прыгуна теперь... Ах ты, смотри, что он делает. Он применил ульту. Слушай, да он вообще урона не наносит, ты посмотри. Ух. Я тут расстраивался, нафиг расстраиваться. Мы сейчас просто будем всех чекрыжить налево и направо. Понимаешь? Все, просто раздавили своей массой. Да, все, выиграли. Это все было для чего сделано? Для того, чтобы мы с вами в данный момент держались пока в топе. Первое место нам нужно. Так, у нас появилось немножечко денег. Мы что-то с вами не доапали. Вот это вот. Вот здесь мы проапались. Погоди-ка, Джаггернаут, как же без него-то? Без моего лютого воина. Воина-сдержателя, который сдерживает натиски. Так, теперь здесь 15 тысяч, да, еще остается. Так, давай паладиныча, наверное. Потом, конечно, можно черного мечника. Так, хочу зайти в магазин, посмотреть, у нас что-нибудь есть халявного? Нет, халявы абсолютно никакой нету. Смотрите, ребята, скоро, кстати, и щитоносец прапается на 5 звезд. Молотильщик еще далеко. Так, и тигр тоже, конечно, еще далеко. Аж 400 карточек нужно на него. Ну, мы и не играем, грубо говоря, им пока, так что терпимо. Ну что, поехали, у нас с вами новый телепорт. Нефритовая долина. Оу, ниндзя 84 уровня нас встречает на пьедестале. Я думаю, что здесь нужно... А фиг знает, что здесь нужно. Ну давай вот этим отрядом попробуем. Здесь одна энергия, так что быстренько сплавим. Ниндзя что? Ниндзя хорошо дамажит. При том, что будет впереди стоять стражник. Ну, вы понимаете, это стандартная процедура, по-другому ее не назвать. Вот сейчас будет, естественно, сзади ниндзя бежать. Будет, конечно... Вот, вот, вот. Само собой разумеющее. Но дамаг, ты посмотри, какой дамаг. Ребят, посмотрите, какой дамаг. А пупи... Да ну! Слушай, я не успею, наверное, так здесь прожить. Фаербол мне нужен. Вот как-то таким образом, если пытаться, конечно. Слушай, нифига у них у ворот там срабатывает, ты видел? Да ну! Вы вот сейчас специально так делаете, да? Чтобы они выживали постоянно. Чумные мыши, хорошо, что вот они, ребят, стоят за танками и обстрел ведут. Ну что, здесь, по-моему, да, здесь мы с вами одержим победу. Гарантированно, причем. Так, но тем не менее, вы увидели, как у ниндзя срабатывает выживание. Мне это очень не нравится. Надо быть начеку. Ниндзя, да, ниндзя, конечно, имба. Если ее прокачать на 5 звезд, да и такой же уровень дать. Ох ты, а здесь еще и храмовый пес. Храмовый пес что может сделать? Может испугать нашего танка, обратить его в бегство, а в этот момент ниндзя будет заплевывать. Да? По идее, так это должно работать. Тут очень сложно, но я попробую, ребята, этим отрядом. Нету, понимаешь, дальников. Вот в этой команде нет дальников. Единственное, что у меня есть, это прыгун. Но он тут что? Только против ниндзя хорошо заходить будет. Да и то, по-моему, прыгун их перепрыгивает. Вот у нас вышел паладин. О, воу-воу-воу-воу-воу. Успели мы, успели. Вот! Вот об этом я вам и говорил. Именно об этом, ребят. Что он обращает их в бегство. Причем сразу же. Так, тут нам нужно... Давай вот так попробуем. Успеем мы как... Ах ты, смотри, что делает. Ладно, применяем вот эту вот. Хоп, минусанули, отлично. Так, ниндзя, 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 ой, ниндзя, ё-моё, какой ниндзя, конечно же, а вот так если, обратили, обратили в бегство мы пока храмового пса, и это хорошо, ребят. А чё я стою тут, жду, в море погода, нам нужно с вами как можно быстрее, да чтоб тебя, он развернулся и пошел, а. Давай, давай, бумкни здесь, в середочке. Он взорвался, но что-то как-то я не увидел, чтобы там что-то было, ребят. Да хорош ты уже, притягиваем их. Слушай, надо вызывать эту друидку. Надо вызывать здесь друидку. А что это храмовый пес? Зашибись, он стоит. Смотрите, ребята, храмовый пес стоит сзади. Я не могу даже по нему попасть. А это уже нечестно, я считаю. О-о-о-о, смотри, что происходит. Лютует ниндзя, лютуют самураи здесь. Все они залютовали.
по-имбовски. Так, хорош, хорош баловать. Давай ураганчик. Ребят, 50 секунд, мало времени у нас, конечно. Очень мало времени, блин. Не знаю, тут слишком их много. Если только поможет нам друидка в этом деле, усилит как-то команду или что-то сделает такого сверхмощного, сверхъестественного. Так, вроде бы есть. Там просто в этой кутерьме я даже не мог понять, что происходило. Бьем мы врагов или бьем замок? Ну, как видели, мы все-таки уничтожили замок, и здесь прибавляется черепаха. Это дальний боец, дальнего боя стрелок, да, который тоже довольно неплохо наносит урона. Плюс опять, как всегда, самурай и под прикрытием, естественно, ниндзя. То есть вот здесь прыгун должен заходить как никогда против черепах этих. Сейчас будем в этом сами лично убеждаться. Паладин, кстати, здесь довольно неплохо держит свою оборонительную позицию. Вы, наверное, это успели заметить. Если бы его еще храмовый пес не пугал. Но его здесь нет, поэтому... Что? Ну, ниндзя, да, я понял, ниндзя вышла. Вышла здесь вонючка ниндзя. Давай взорвем, попробуем взорвать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так вот. Ниндзя здесь, кстати, тоже неплохо, ребята, играет свою роль. Прыгун. Ну, выходи, где там? Ах ты! В неистовстве. Тоже неплохо. Так, а ну-ка. Всех к ногтю. Вот ниндзя, а? Вот прошивка. Со своим вот этим вот, как сказать, вторым шансом на жизнь, она, конечно, тут имбует. Имбует, по-другому не назвать. Так, солидно. Так, добираемся до ниндзи. Ага, вот сейчас он, видите ли, вызвал черепах. Ну, ей хана. Ей хана. Черепунделю был хана. Так, моя хана, хана. Заговорился уже. Давай, взрывайся. Ой-ой-ой-ой, что тут происходит? Вообще нормуль. Вот эта команда здесь вообще шикарно в себя ведет. Очень шикарно рулит. Смотри, просто расколбас идет полнейший. Ха! Мне нравится. Мне нравится, как они здесь отыгрывают свою роль. Ну-ка, что у нас тут добавляется? Ага, здесь у нас появляется спам. Спам — это у нас вот этот вот копейщик мелкий, который будет все время нас тут нервировать. Меня, по крайней мере. И храмовый пес. И опять же, ладно, попробую. Этот отряд должен, наверное, справиться. Хотя львиную долю будет на себя брать спамец. Спамец, который будет сейчас выбегать здесь. Но у нас есть ниндзя. Ой, ниндзя, елки-палки. Рыцарь черный. Который должен, по идее, его... Да. Да-да-да-да-да, именно на это я и рассчитывал. Так, дальше нам, конечно же, нужно вызывать. Ух. Пошла, блин, разрядка. Пошла. О, только не пугай, только не пугай, пес. Так, ниндзя, ой, ниндзя. Вся надежда у меня, ребят, на... Смачно получилось сейчас, конечно. Ну, вот так вот. В минус. Вот карточку ниндзя обязательно нужно забирать, ребят. Во-во-во-во, попался, попалась ниндзя. Ну, я не помню, кого ты бьешь-то там? Чё за фигня сейчас была такая, я не понял. У меня прыгун бил, кого он там бил? Он вообще не наносил никому урона. Это чё за это? Чё за фигня такая тут происходит, я не могу понять. Ну? Я вообще не пойму, что тут происходит, вот серьезно говорю. Ну, мы даже не можем по храмовому псу попасть. Чё за бредятина-то? Как он может стоять там где-то за замком? Вообще, ребят, что-то с чем-то. Что тут происходит? Такое, знаете, впечатление, что какой-то просто заговор, блин. Заговор чистой воды. Ну давай я, предположим, вызову этого. Что мне это даст? Блин, мне это ничего не дает. Мне это дает, что я сейчас, по-моему, сфейлюсь. Ну как тут можно вот это вот делать-то все? Эй! Ну, ты будешь взрываться, нет? Он взорвался. Он взорвался, ребята. Ну, давай. Я все просто жду друидку. 20 секунд, я не успею. К сожалению.
Как бы я этого не хотел, мы не успеваем с вами по времени. Элементарно из-за времени, и все. А так-то, в принципе, все хорошо. Ну, вот смотри, что происходит. Всех отталкиваем. Всех... Да, фейл из-за времени. Ай-яй-яй, а так было все хорошо. Надо было просто сразу друидку звать, но, видите, не было шанса. Он меня постоянно спамил, и мне постоянно надо было кого-то вызывать. Конечно, я бы так бы копил манну на свою друидку, это однозначно. Но не вышло, к сожалению. Да, обидно, ничего не могу сказать. Ну, игра есть игра, чего уж расстраиваться. Причем, вы помните, да, когда прыгун прыгнул, кого он там бомбил, я так и не понял. По идее, должен был уничтожить ниндзю. Ну, ниндзя почему-то выживала. Так что тут, не знаю. Ребят, я ускоряюсь, все равно нам этот уровень переигрывать. Не будем, как говорится, на нем тратить много времени. Все равно замку хана сейчас будет. Никуда он не денется, да, из наших лап. Но зато, по крайней мере, мы с вами зарабатываем маленечко опыта, естественно, маленько денег зарабатываем. Так, и что же? Я думаю, здесь надо вот этот отряд брать. Только лишь этот отряд. Самурай, здесь самый противный... Ах, тихо ты. Кем мы будем, ребят, здесь? Конечно же, нашим ронином. Он должен же снести, да? Он сносит с удара причем. И это круто. Блин. Вот это вот... Не было, блин, печали. Придется, ребят, как-то вот так делать. Отражение, где? Вот отражение. Ниндзя умерла. Фух. Ну что ты, вот это уже специально, что ли? Я не могу понять. Давай, прожариваем. Опять ниндзя, да? И опять это нас тормозит. Я успею, интересно, или нет? По-моему, нифига не успею вызвать ниндзю. Не надо только пугать. Минус пес. Минус ниндзя. И я... Ох, вот это классно. Все, ребят, я вызываю ведьму. Хорош тут на них любоваться, смотреть. Достали они уже, на самом деле. Еще и вот так сделаем. Всех к ногтю. Давай, Ронин. Ну, Ронин, как всегда, выходит на прогулку без истерики. Ну, он, в принципе, наверное, уже знает, что мы здесь выиграем, поэтому он на расслабоне. Сейчас моя ведьмишка здесь разбомбит, разрулит, так сказать, ситуацию. Вот оно, что должно было произойти. Еще и Ронин. Опс, хорошо, да, получилось? Все, имба, как всегда, показала, что она есть имба. И против нее не попрешь. Последний этапчик. Здесь у нас, оу, самый ненавистный босс. Ну, для меня много ненавистных боссов. Но этот ветродуй, это, по-моему, что-то с чем-то. Как нам, скажите, его лучше всего бомбить? Насколько я помню, его очень хорошо дед бомбит. Он до него дотягивается, да, и в стан его вгоняет. В тот момент, когда он в стане, дед его... Ну, не только что дед, все его бомбят. Но здесь вопрос, может ли такая комба сработать? Поехали, попробуем. Конечно же, тут у нас ниндзя, который будет нам пакостить. Тут и храмовый пес, который может испугать. Тут очень много кого... ненужных для нас в отряде. Ну, попытаемся что-нибудь сделать, что-нибудь придумать. С чего начнется сейчас, посмотрим, вся эта эпопея. Эта эпопея начинается с самурая, да? Плюс храмовый пес. Ладно, у нас на этот случай есть джаггернаут под прикрытием. Ну, давай чумную мышь вызовем. Так, а теперь уже все. Теперь уже надо вызывать, наверное, деда, я думаю. Ниндзя там, что ли, да? Запищала, зажуржала, блин. Давай вот так сделаем. Хоп! И все, теперь будем вызывать уже деда. Дед пошел. Мышь чумная. Ну куда ты летишь-то вперед, батьки, в пекло-то? А, тут еще и... Тут, ребятули, еще и черепаха появилась. Ой-ой-ой-ой, со своим массовым уроном. Давай еще одну баллисту вызовем, на всякий случай. Вот она, ребята, эта команда Гуфи, блин, появилась. Давай, дед! Не застанил почему-то, к сожалению. Вот так вот. Ух ты! Я же говорил, ребята, дед имба. Дед вообще имбовый. Он просто его добил. Мы его немножко, конечно, фаерболом застанили. Но он же все-таки добил, добил. Он красавец. Да, дед очень хорошо справляется с ветродуем. Так что берите на заметку. Ну и все, хана базе.
Можно даже сказать, что изи-катка получилась. Я думаю, многие со мной согласятся. Ну что же, открываем с вами сундук Нефритовой Империи и смотрим, кто нам здесь выпадет. И я вам скажу, неплохо. Тигр плюс всадник на журавле — это достойно, достойно. Так, это у нас была первая карта, да? И мы с вами переходим на территорию захватчиков. Так, начинается жаба с молотом плюс хитрый воришка-пришелец. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой... Да, почему бы и нет? Да, будем вот этой командой с вами играть. Кто у нас там? У нас под раздачу будет попадать, наверное, мечник. А может быть даже и зомби. Сейчас посмотрим, кого он будет вызывать. Обычно он вызывает пришельца. Что-то тихорит. Ребят, тихорит он, вот. Смотрите, что сейчас происходит. Давай вызовем мечника, а сейчас будет пришелец лететь. Я его тактику уже помню, ребята. Так, давай. И мечника. Так, сейчас, я думаю, быстренько мы с вами должны разобраться с этим. А еще вот так вот. А еще вот так вот. Кого похищает? Все, нормуль, все идет по плану. Ой, вообще шикарно. Смотри, что происходит, ребят. У меня прыгун там уже разбирает потихоньку базу. Слушай, вот это вот, с какого перепуга, ребят, раньше такого не было, чтобы он мог заходить за текстуры, ну, за базу и оттуда бомбить. Это какой-то сговор, блин, против меня. Ну-ка, и давай его... А, он там уже погиб. Я его хотел сказать, давайте его притянем к себе. Это все мечников у меня тырит. Улетел, далеко ли улетел-то? Все, победа. Победа, вот она сладкая наша, ребята, победа. Мы переходим с вами на второй этап. Здесь у нас энергии, к сожалению, нету. Здесь уже здесь две энергии. Так, и здесь у нас прибавляется воблер. Значит, воблер, да? Тоже такой противный, который выпускает свои вот эти вот ножи. Они крутятся, наносят, соответственно, урон всем, кто попадает в их радиус поражения. Опять же, я знаю, что будет здесь стопудово у него... вот он, пришелец. Пролетает. То есть он на него уже потратился. Выходит у нас... Так, боевая жаба с молотом. Воблер. Воблер, ребят, пожаловал. Это плохо. Давай так делать. Хоп, хоп. Не успел, да? Не успел, ребята, он похитить никого из моего отряда. Ну, соответственно, я сейчас накоплю и вызову на ведьму. Просто буду вызывать ее, и все. А там уже пускай хоть похищает. А он не успеет, наверное, ничего сделать. Ребят, смотрите, да, разбомбили базу. Слишком долго он там что-то думал, делал. И в конце концов приплыл к своему фиаско. Ага, здесь у нас морпех-слизень открывается, да, появляется. Ну, с этим парнем тоже особо слишком долго шутить и рассусоливать не стоит. Потому что он тоже стреляет, ребята, массово. То есть попадает в одного противника. Если рядом стоит много таких же ребятулек, он наносит повреждение всем. Так, ну давай, давай. Ага, жаба с молотом, но не прокачанная. Это для нас плюс. Боюсь, сейчас пришелец вылетит. Нет? Нет? Тогда минус. Вот, ребята, вот, видите? Так, тихо, давай, Ронина. А, он не успел ничего сделать. А почему? А почему пришелец не успел? Там же вроде никто никого не атаковал. Как так? Отдупился-то невзначай. Не, ребят, с имбой тут лучше не шутить. Моя вот эта колода, ну, рулит. Вот есть команды, против которых она просто офигительно заходит. Есть, конечно, где пасуем, но по большому счету все равно она проходит довольно хорошо. Так, ну что, по-моему, энергии у нас, к сожалению, больше нигде нету. И я боюсь, что нам придется, наверное, завершить эту серию. Сейчас проверим. Да, ребят, как это не прискорбно, но нам придется с вами закругляться. Но перед этим я хочу пропать, конечно же, друидку на максималочку. Плюс мечника. И на базу, к сожалению, не хватает. Но могу зомби еще. Да, вот как-то таким макаром. Ну что, дорогие мои друзья, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. А мы обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. Ну и, конечно же, продолжим играть в эту игру. Так что всем пока и до новых видосиков. Удачи вам!